С 28 сентября по 21 октября в Южно-Казахстанской области проходил проект «Алтынай-Мак», направленный на раскрытие творческого потенциала среди сельских жителей, организаторами которого были областной отдел культуры и телеканал «Казахстан-Шымкент». Вчера в здании Русского драматического театра он завершился красочным гала-концертом. Многие известные артисты и культурные деятели Казахстана родом с юга. На сцене театра блистали лучшие танцоры, вокалисты, музыканты со всей области. Каждый из районов представил 5-минутный видеорассказ об истории своего региона и великих сынах Казахстана, которым этот район приходится родиной. Один из 10 участников инструментального ансамбля Отырарского района поделился своими эмоциями. Мы долго готовились к выступлению на данном проекте. Для нас гордость представлять наш район. Отырарский район богат талантами. У нас с детства ребятам прививают родную культуру. Дети растут в окружении народных мелодий, напевов, инструментов. Мы стараемся сохранить и делимся со всеми великой культурой казахского народа. Организаторами проекта «Алтынай-Мак» стало областное управление культуры совместно с телеканалом «Казахстан-Шымкент», где каждые выходные показывали, как проходит отбор лучших из лучших. За это время около 1000 участников из Сайрамского, Мактааральского, Отырарского, Казыгурдского и других районов показали свое мастерство. На гала-концерте каждый район был награжден почетной грамотой. Целью данного проекта является поддержка сельской культуры, выявление талантов, поддержка талантов, а также способствование их выходу на большую сцену. В данном проекте приняли участие более 1000 участников сельской культуры. Сегодня вот проводится финальный тур. В данном туре участвуют лучшие коллективы, они исполняют свои лучшие номера. Как обещают организаторы, данный проект будет продолжен и в следующем году, что даст дополнительный стимул для развития сельской культуры. Надежда Вербицкая, Талгат Кыргызалиев, Абзал Турабеков, телеканал ТВК.